من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي السيوسر مي بس في زانيتي <applause> вопросам идеологии, вопросам убеждений. И на прошлом занятии мы начали разбирать доказательства единобожия. Мы привели одно доказательство разума и приступили ко второму доказательству разума, на которое также имеется указание в Священном Коране. В Священном Коране сказано следующее. Лау То есть, если бы на небесах и земле были бы боги, божества, то кроме Бога, кроме единого Аллаха, то небеса и земля потеряли бы свое равновесие, потеряли бы свой порядок. И мы говорили о том, что в этом аяте в первую очередь доказывается единобожие в господстве, потому что слово «илах» означает того, кому поклоняются, перед кем преклоняются, и который является управляющим, того, кто управляет. И в качестве примера мы привели аяты Священного Корана, где фараон называл себя единственным Господом людей. И мы говорили о том, что фараон здесь ссылается не на то, что он единый Бог, то есть не на то, что он единственный, самодостаточный, не имеющий начала, не имеющий причины. Нет, он таковым себя считать не мог и подобно утверждать не мог. И также он не утверждает о том, что он является единственным творцом, что он является творцом людей, что он является творцом всего мироздания, что он является творцом вселенной, творцом небес и земли. Нет. Он утверждал о том, что он является единственным, кому люди должны поклоняться, кому должны подчиняться, кого должны любить. Единственным, кому должны поклоняться, и единственный, кто управляет им, управляет людьми. То есть, единственным, кому они должны подчиняться. Поэтому данный аят, ссылаясь на разум человека, доказывает единобожие в господстве. Но мы также подчеркнули, что доказав единобожие в господстве, мы также доказали единобожие в созидательстве. То есть доказав то, что единственным, кто управляет всем сотворенным, является он, доказываем также, что он же единственный, кто создал все это мироздание. И также мы таким образом доказали единобожие в самости, что только он является самодостаточным и ни в чем не нуждающимся. В этом аяте также привлекает к себе внимание то, что использовано слово «ля фасадата», то есть слово фасада. Что означает слово фасада? Фасада в священном Коране используется в разных случаях, но во всех этих случаях имеет общий и схожие смысл. Это слово означает потеря равновесия. Это слово означает потеря порядка. То есть, если что-либо или кто-либо потеряет равновесие, потеряет порядок в своем строительстве, в своем бытии, то используется именно это слово. В Священном Коране это слово использовано в отношении мироздания и в отношении человеческого общества. Например, в данном аяте, который был озвучен нами ранее, согласно которому, если бы на небесах и земле были бы божества, кроме единого Бога, то небеса и земля потеряли бы свое равновесие, потеряли бы свой порядок. То есть в этом аяте Всевышний Бог это слово использовал в отношении мироздания, в отношении небес и земли. И также имеется другой аят, в котором Всевышний Бог использует это слово также в отношении мироздания, в отношении небес и земли. Сказано то есть если бы истина подчинялась бы их желаниям, то есть желаниям многобожников, то есть если бы истина была в том, что существует множество богов, то небеса и земля потеряли бы свой порядок то небеса и земля потеряли бы свое равновесие. То есть, по сути, в этом аяте утверждается практически то же самое, что и в предыдущем аяте. В предыдущем Маяте говорилось о том, что если бы было множество богов, то небеса и земля потеряли бы свое равновесие и порядок. А в этом аяте говорится о том, что если бы истина следовала желаниям многобожников, то есть, в чем заключалось желание многобожников? В том, чтобы богов было много, чтобы Бог был не един. Если бы истина, действительность, реальность подчинялись бы желаниям многобожников, то небеса и земля также потеряли бы равновесие и свой порядок. То есть, как мы видим, эти два аята имеют схожие и общие смыслы. Но в Священном Коране это слово использовано также и в отношении человеческого общества. Например, со слов царицы Савской сказано в Священном Коране следующее. Калят, инна лимулука, ида Царица Савская сказала, что когда правители входят в страны и в города, то есть захватывают какие-то города, то они лишают эти города, Покойствия, лишают эти города порядка, лишают эти города равновесия. То есть использовано то же самое слово. И в том, и в другом случае, и в отношении, когда это слово используется в отношении мироздания, небес и земли, и также когда используется в отношении человеческого общества, это слово имеет одно и то же значение то есть потеря равновесия и порядка. Другими словами, в этом аяте, на который мы ссылаемся и на который мы опираемся в этом доказательстве, Всевышний говорит, что если бы было множество богов, если бы было множество богов, кроме единого Бога, то есть если бы кроме единого Бога был бы еще Бог или Богий, то небеса и земля потеряли бы свое равновесие, потеряли бы порядок. И таким образом Всевышний ссылается, апеллирует разуму человека, разуму многобожников для того, чтобы доказать единобожие. Но дело в том, что этой предпосылке нужна как минимум еще одна предпосылка. То есть любое доказательство состоит из двух предпосылок. И этот стоят, является всего лишь одной из этих предпосылок. И необходимо нам иметь и вторую предпосылку, чтобы доказательство наше было полным. И вторую предпосылку мы обнаруживаем в другом аяте Священного Корана. В другом аяте Священного Корана Всевышний говорит следующее: «Тот, кто создал семь небес, одну одно небо над другим небом» нету никакого отличия в творении единого Бога, в творении милосердного. То есть, когда Всевышний что-либо создает, то он создает как нечто единое, упорядоченное и имеющее равновесие. То есть минтафа вот и использована. То есть нету абсолютно никакой разницы. Разница в чем? Разница в порядке, разница в совершенстве. Все создается одинаково совершенно, с одинаковым равновесием, с одинаковым порядком. Фарджи иль басара хальтара мин футурин. Открой же свои глаза и посмотри, видишь ли ты вокруг себя какие-либо недостатки. Видишь ли ты вокруг себя, можешь ли ты обнаружить вокруг себя в мироздании, во Вселенной, недостатки. А потом второй раз посмотри, еще раз посмотри на окружающее тебя. Посмотри, можешь ли ты обнаружить недостаток. И тогда твой взор вернется к тебе, будучи утомленным, утомленным от чего? От того, чтобы от поиска недостатка. То есть этот аят говорит о том, что во Вселенной царит совершенный порядок, совершенное равновесие, что сколько бы человек ни искал недостаток, он не сможет обнаружить никакого недостатка. Он не сможет доказать и обнаружить для себя равновесия, отсутствие различия между творениями Бога. Он не сможет обнаружить, что одно творение, то или иное творение, та или иная вещь, то или иное существо противоречит бытию, существованию и даже целям какого-либо другого существа или же другой вещи. Другими словами, все, что создано, все, что мы можем обнаружить вокруг себя, все имеет единую цель. Служит для единой цели. И гармонично сосуществует друг с другом. Таким образом, мы обнаруживаем два предпосылка, которые составляют, являются совершенным непровержимым доводом и доказательством. С одной стороны, говорится, что если бы на небесах и земле существовали бы божества, кроме единого Бога, то небеса и земля потеряли бы свой порядок. И вторая предпосылка утверждает, что на небесах и на земле царит порядок. А раз на небесах и на земле царит порядок, значит Бог един. Потому что если бы богов было много, этого порядка не было. Этот порядок отсутствовал бы. Небеса и земля потеряли бы свое равновесие, свое единство. А раз это единство наличествует, то Бог един. На следующем занятии мы попробуем это доказательство разобрать еще больше и разъяснить еще более подробнее. А пока на этом все, вассалам алейкум, ва баракет.